Дамы и господа, приветствую вас на своем канале. В этом видео расскажу вам последние новости мира танков, а также про розыгрыш двух прем-танков на выбор, который пройдет у меня на канале на стриме в субботу. В субботу, 6 апреля, утром будет стрим. Стрим будет идти на ютубе, на ВК Плейлайф и на Трово. Будет разыграно два прем-танка во время трансляции. Зритель, который выиграет, получит возможность на выбор получить один из следующих прем-танков. М4А1 револьварис, Т-77, М4Y, это у нас Йох 8 уровня премиумный, объект 274А, Т-44 облегченный. То есть у нас 5 прем-танков на выбор. Тот, кто выиграет, сможет выбрать любой, который захочет. У меня есть возможность разыграть всего лишь 2 прем-танка, поэтому в субботу на стриме выберем двух счастливчиков, которые выберут себе прем-танк, который им понравится. Также это еще не все. На этом же стриме будет разыграно еще 10 2D стилей. 5 2D стилей Триколор и 5 2D стилей Квитный Беларусь. Один прем-танк будет разыгран на ВК Плейлайф, один прем-танк будет разыгран на Трово. Часть 2D стилей будет разыграна на Трово, часть 2D стилей будет разыграна на ВК Плейлайф. В описании добавлю все ссылки на ВК Плейлайф, на Трово и так далее. Поэтому, у кого есть желание, в субботу утром можете приходить на стрим и что-нибудь выиграть. Также можно каждый месяц выиграть у меня 60 тысяч золота на стримах, на ВК Плейлайф и на Трово. Ну а теперь переходим к новостям. Некоторые из вас набивали 150 боев на Т-44-100И. У них списали этот танчик с аккаунта, и они теперь думают, где же танчик. Со временем вам должны прислать купон, по которому вы вернете себе Т-44-100 игровой. В зависимости от того, сколько вы боев на нем накатали, у вас будет скидка. Если 150 боев или более вы скатали, то вам будет танк со 100% скидкой. Если меньше 150 боев, но больше 75, то скидка 50%. Если вы сыграли 74 боя или менее, то скидка будет 25%. При этом танчик можно будет выкупить за золото. На момент начисления этих купонов у вас должен быть активирован тариф игровой. Когда это именно произойдет, я точно не знаю, но вроде как в начале апреля. Следующая новость — это то, что призовой фонд легендарной семерки перевалил за 15 миллионов. Там какие-то квалификации проходят, но я, честно говоря, не слежу за этим. Может быть, что-нибудь в районе финала я и посмотрю. Следующая новость — это день единения народов Беларуси и России. Команда Мир Танков поздравляет игроков с праздником и подготовила вам акции, турниры, задачки с наградами. Здесь есть состязания, турниры 3 на 3 и турнир 1 на 1. Я думаю, что любители турниров и сами разберутся, а вот состязания я рекомендую поучаствовать в этом всем. И вот почему. Обязательно зайдите на сайт, нажмите кнопку «Участвовать», и вы будете уже участником турнира. Этот турнир выполняется в рандоме за обычные бои. Здесь ничего не нужно, особо каких-то требований нет. Ограничения с 8 по 10 уровень. В принципе, это все ограничения, больше никаких нету. То есть, если вы играете на высоких уровнях, то просто накатывая бои, вы сможете попасть хоть на какое-нибудь место. Даже если вы в 20 тысяч войдете, вы хотя бы 150 золота получите. Я думаю, это лишним не будет. Суть состязания следующая. Берутся ваши 10 боев, самые лучшие по опыту, и в сумме это и составляет ваши очки. Чем больше у вас очков, тем вы выше в таблице. Чем выше вы по таблице, тем больше вы золота получите. Если вы хотя бы в топ 20 тысяч войдете, вы уже хоть что-то получите. В прошлых таких состязаниях я попал в топ 1000, что-то там около 1000 золота я фарманул, точно не помню, может чуть меньше. В этот раз, если в топ 1000 войти, то 500 золота можно получить. При этом вы просто играете в игру, и ваши лучшие бои там сами по себе где-то откладываются, и по сумме вы на какое-то место попадете. Легчайшие условия. Вдруг вы там, даже если не сильно скилловый игрок, вам там повезет накатать несколько хороших боев, у вас будет высокий результат. Ну а если не повезет, вы в принципе ничего не потеряете. Требований нет, ограничений особо никаких нету. Единственное, что с 8 по 10 уровень. Если вы играете в игру, то я думаю, лучше эту кнопочку нажать. Если какое-то золото получите, только в плюсе будете. Состязание продлится до 7 апреля 23.59 МСК. Также здесь на сайте, в этой же новости, которую я в описании добавлю ссылку на эту новость, есть боевые задачи в честь Дня Единения Народов. Здесь тоже нужно нажать кнопочку, чтобы эти
цепочка заданий активировалась. Там задания типа танкануть 10 тысяч, набить 10 тысяч там, за любое количество боев. Даже если вы сильно вникать не будете, хоть какие-то задания выполнятся сами по себе, уже будет неплохо. Боевые задачи доступны до 8 апреля, 3 часа МСК ночи. Там можно за задание получить 2 дестили, эмблемы, день према, расходники, резервы на серебро, инструкции, демонтажные наборы. Всего понемногу. По сути, тут надо просто зайти на сайт, пару кнопочек клацнуть, может быть что-нибудь пофармить и будет неплохо. Также еще вспомнил, что в тарифе игровой добавили фарм золота. Есть ежедневное задание на 20 золота и еженедельное на 100 золота. 20 золота, чтобы получить каждый день, нужно попасть 10 раз в топ-10 по опыту. По сути, просто 10 боев скатать. А чтобы каждую неделю фармить по 100 золота, нужно за неделю накатать 30 тысяч опыта. Также еще в тарифе игровом, каждый месяц теперь в аренду дают 3 преп-танка, и в начале следующего месяца у вас есть время, чтобы их выкупить с 15% скидкой. Ну и в конце напомню, что есть группа ВКонтакте, туда тоже выкладываются видосы, такие же как на Ютубе, в ВК-видео можно посмотреть их, также анонсы стримов или каких-то новостей тоже в группе ВКонтакте или в Телеграме можно посмотреть. Стримы можно смотреть на Ютубе, на ВК-видео и на Трово. Подписывайтесь там, где вам нравится. А на этом у меня все. Желаю вам удачного дня, с вами был Варчик, играть красиво, всем пока.